Коллектив газопромыслового управления общества «Газпромдобыча Ямбург» отметил 35-летний юбилей создания своего подразделения. Празднование прошло в неформальной обстановке. В ходе торжественного вечера звучали поздравления от руководства общества, подразделений предприятия, коллег из смежных организаций ПАО «Газпром». Чествовали ветеранов, награждали передовиков. На сегодняшний день в составе газопромыслового управления находится 9 установок комплексной подготовки газа, 5 установок предварительной подготовки, линейная эксплуатационная служба. Коллектив насчитывает 1900 человек. Ну, Ямбург, он всегда в душе, в сердце. Как и север. Как первый раз север увидел, он всегда в сердце остается. Люди, наверное, очень важный фактор такой – люди. Потому что той теплоты, которая есть здесь, ну, и нигде не встретишь.